Бульвар Алексея Давыдова, 16. Девятиэтажный панельный дом 1968 года постройки. Единственная парадная в здании поддерживается в удовлетворительном состоянии. Установлен домофон. На придомовой территории посажены клумбы. Детской площадки во дворе нет, есть только одна горка. Но поблизости расположена современная детская площадка и детский сад. В доме есть парикмахерская. В нескольких метрах от дома расположена школа. Общее состояние дома удовлетворительное.